Hello everybody, this в описании. Всем привет, с вами Max Risk и кое-что промовка для англоязычных канала. Так, hello everybody, а ну-ка повторите меня. Hello friends, в сценарии, сценарис. The whole scenario is in the description. Внизу. В общем-то, рассказали все в описании. Теперь я настраиваю музыку и теперь про обнов. Ну да, конечно, геймплей тоже важен. С возвращением, привет. На всякий случай перенес тебе сюда. Всегда прям на помогает на автомате всякие. Так, суть данного ролика. Дорогие обезьяны, в общем-то. Дорогие обезьяны, everyday, просыпайтесь там, каждый. В предстоящем обновлении мы внесем некоторые изменения в игровой процесс. А следующий контент будет скорректирован для улучшения совместимости. Скорректирован, редактированный. Что-то еще добавить. Так что подписка на канал. Лайк, чтобы не пропускать новые ролики на русскоязычном канале. А может быть на англоязычном, так сейчас и не подготовлены. Мне прям скоро уже отправляться. Блин, а че как-то лагают? Так, собираем. Ну что, давай хоть где-то пособираем. И что я тут вижу? Как будто я не могу приблизить так максимум, чтобы рассмотреть это все. Как будто еще было новое обнова. Что-то я не в курсе. О, календарь, друзья, заходите, каждый день получать 200 жетонов этих диска, это очень главное. Так, обезьяны стали анимационные, офигеть. Так, давай заберу и прочитаю дальше, если вам очень интересно, то дам. Так, спасибо большое. И продолжение. Настройки карты, это первое. Значит, настройка карты, то есть где карта, кто не знает. Заходим сюда, вот вся карта, ну не вся карта, конечно. О, 27, ох ты, ё-моё, там диски можно выбивать себе, ну и ладно. Так, нужно напасть на эти вот, как называется, ну-ка, мутаген, уран напасть. На уран, ну сейчас хочу показать вам всю карту, суть всей карты. То есть мы уже смотрели прошлое обновление о больших гигантов, что с ним будет, ссылка в описании на прошлый ролик, пожалуйста. Так, вот, видим всю карту, дальше что нам нужно. Первое, мы завершим текущий этап истории Горилл и выпустим новый игровой контент с нашим последней версией. 1.0 последняя версия. При помощи турбоускорителя вы можете ускорять в свои караваны, попробуйте прямо сейчас. Блин, вы чё так пугаете меня? Вот, довезли сюда, вот. Вот Max Risk. Стоп, а как-то карта изменилась. Стоп, откуда мы тут? А, ну ладно, что-то тут как-то опасно. Да, давай обратно. Отправляйтесь на уран, потому что нам нужно доставить. Все-таки мы такие себе. Кстати, нам нужно еще еду добыть. Железо добывать. Так, значит, что это будет обнова? Ну, рассказывать обратно. Мы завершим текущий этап истории Горилл. Ну, мы уже знаем, что гориллы... Они завершатся, эти огромные гориллы. А вот маленькие останутся. Ну и еще такие средние. Средние, кто не знает, давайте покажу. Так, это маленький гориллы, давайте покажу. Спаун, маленький. Так, вот. Это у нас средние гориллы. Также есть огромные гориллы, только нужно с ними где-то встретиться. Ну и их сказали, что их не будет. Потому что они слишком огромные. Тут у нас 25-й, ух ты, ё-моё. Уже с ними не сталкиваться. Так, тут должен быть огромный чувак. Я его не могу найти. Очень кто может найти, напишите в комментариях. Если вы хоть виделось прям до сегодняшнего данного ролика. Так, дубль 2, 1, 2. Как будет 2? Ну-ка, что-то как-то путаю. 2. 2. 2. На карту было добавлены новые задания. Ох, новые задания. Кто не знает, где задания, еще вам покажу. Так, вот, стоп, это да, типа того выполнения, вот задание, нажимаем сюда, вот, собирайте задание, о, давай, собираем, доставка там, 20к еды, а, давай, собираем, о, пошло дело. Так, я знаю, кто там спит, строитель спит, так, нечестно, строитель, ну, бегом работать, так, давайте, воинов, бегом на, давайте прокачаем, а то как-то,
Какие себе. Кстати, новые там сервера добавили. Да, просто не заходи, мне очень интересно. 27-й пока что. Блин, а я на 28-й. Новый 28-й сервер. Знаете, я, наверное, буду. Для интереса. Блин, наверное, буду длинный ролик. Так, вот такая он говорит вам. Я почитаю еще, да? Давай немножко почитаю. Так, на карте было добавлено новое здание. Потом показать нужно. Вот, блин, заставляющие перемещать предыдущие постройки. Один уходящий. Шесть сильнейших обезьян встали на главе народа эры обезьян. Я же говорю, что эры. Они поднимают землю ее из руин, сражаются за выживание. Анимация офигенно стала. Еще. Им остается только один путь наверх. Прошло время добраться до бананов на небеса. В космосе обезьян ракета готова к клану. Пора начать космическую гонку. Interspace. Космическая гонка. Interspace. О, прям рекомендация. Отлично. Я люблю черного Эрика. Потому что он, наверное, самый лучший. Ну, тут и вы знаете, кого брать. Я уже данный ролик записывал, но... Да, тут не один лучший. Тут есть еще один лучший. А кто из них? Данный ролик. Ссылка в описании. Создал новую игру. Это название ролика. Создал новую игру. Какой боец самый лучший для игры Edge Waves? В поисках на Google, YouTube, Яндекс. Всякие соцсети найдете. Так, значит... Острозубый охотник одноглазый Эрик. Убираю тебя, ты самый лучший. Урон. Восстановление очков действий и скорость марша. Минус 3. Ну и что? Я, может, конечно, всех выбрать. Давай хоть выберу зеленого, фиолетового, но его не убирал, возможно, он круче. Кто понял, намек лайкосик. Его прям все выбирают как-то, не понимаю почему. Ага. Так. Ну, здравоськ, ну такой. Я люблю Эрика. Мне рекомендация. Звездочка. Рекомендация. Ух ты, острозубый охотник, приветствую тебя. Да блин, я уже все читал. Давай покажу зрителям, как это все производится. А я же сам начал. О, блин, ладно. Извините, ролик удлиняется. Ну, в общем, кто понимает, на карте было добавлено новое здание. И... заставлены перемещать предыдущие настройки. Новое здание, не задание. Блин, я путаю. Новое здание добавлено. Окей, потом посмотрим дальше. Новые здания на том же месте. В смысле, предыдущие постройки находятся на том же месте. Предыдущая постройка, там были некоторые, потом находятся на том же месте. И хэштег 4. Третье. Железнодорожные пути. Построение после пересечения. Железные пути, построение после пересечения. Железные пути — это вот такие вот, которые мы увидели с вами. После пересечения как-то срезать можно как-то их. Пересечение обезьян первого уровня будут удалены. То есть они что, атакуют на нас с первого уровня? В общем, пересечение первых обезьян будут удалены. Больших непонятно, но удаляют. Это будет очень хорошо для новичков. Для профи они могут их так убивать физично. Так, четвертое. Пересекшие обезьяны пропуск первого уровня вернутся на базу клана. То есть поезд, пересекшие обезьяны, я еще не пробовал, ну ладно, пропуск первого уровня вернутся на базу клана, когда они, наверное, туда, потом вернутся обратно. Кто знает, напиши комментарий, что как-то вообще непонятно. Так вот, пятое. Будут доступны награды за первое занятие в недельной добавлении руинах. Будет доступны награды за первое занятие в недельной добавленных руинах. То есть вы будете заниматься вот этой расшифровкой, найдете всякие интересные... Ух ты, даже анимация новая поставили, вау. Вообще типа того. Классно, кстати, сделали. Так, изменение кланового лидера. Кто не знает, что клановый лидер — это клан. Вроде бы, не, ну это, в общем-то, лидер клана за свою орду. Нашу орду, да. Так, дальше.
Первое. Мы сбросим все позиции в клановом элит. Сбросим, друзья. Это очень хорошо. Вот вам засели и не отпускают первое место. Я так хочу на первом месте быть в элите. И вы платим компенсацию этим игрокам. То есть мы дадим там диски. Понимаете, такие, как будто какие-то одноглазые эрики, куча их там. Типа того. Корректировка этапа развития космосом. Интересно, я что-то не понимаю, о каких космосах. Мы будем, что на космосе будет, конечно, классно. Так, что мы геймплей? Давай, собираю это все дело. Читаю дальше. Прям уже скоро конец. Первое. Серверы, которые прошли этап. Первый этап под названием Screens. Как в переводе космос. Этапа первого космоса. Первый космос. Я должен на Марс, на космос. И первый этап пройти. Продолжается свой текущий процесс. Классно. Я потом хочу посмотреть на Марс. Только мне нет времени на это. Блин. И мы выпустим компенсацию за вновь добавленные награды до этапа 1. Потом посмотрим. 2. Серверы. Проходящий этап первый будут сброшенные на этап 1-2. Это тоже очень главное, что двойнички, хоть они начинали по-быстрому. Серверы этого этапа 1, 2-1, продолжение работы без каких-либо изменений. Окей, без изменений. Ну, такого-то бывает. Спасибо за понимание и поддержку. Мы продолжим совершенствовать, чтобы продолжить вам новый захватывающий контент, который вы больше никогда не найдете. Ну, спасибо, что вы нам рассказали, друзья. Мы на новом севере. Вот напишите в комментариях, где меня быть, на новом севере или качаться на одном уровне. Не, ну туда тоже хочу. Кстати, офигенно анимация, огонь такой. Став лайк, если такого не ожидал. Капец вообще. Я увеличу звук. Это как-то вообще не классно. А то вот их к смерти обезьянам вы попадете к нам на ужин. На ужин? Обезьяны-мутанты! Блин, так оно надпись. Блин, подожди, музыка громина. Героя, нам не выстоять, чтобы вытащить отсюда ракету, понадобится мощный герой. Это новое название? Окей. Герой любит показывать своем удаль в бою. Если мы хотим кого-то завербовать, запрограммировать, то сначала нужно построить арену. Запрограммировать его, чтобы он там и нам помогал. Типа того. Так. Герои обожают аплодисменты. Аплодисменты. Я думал, гладиаторы. Аплодисменты. И если вы им понравитесь, то вполне возможно, что они захотят присоединиться к вам. Конечно, я им понравлюсь. Там есть один капитан. Жаль, что они добавляют сразу три хоть разных там. Крутой обезьянка. С вашим хотят встретиться кого-то из героев. Кого мне встретиться? С кем? Как думаете, обычный или новый? И, блин, ну как всегда ты. Ну ладно, у тебя пушка прикольная. Крылья прикольные. Это Мервек. Один из наших лучших героев. Ну да, согласен. Он предстоящий присоединяется к вашей базе, чтобы ввести солдатов в бой и сражаться под вашим началом. Я с радостью помогу вам, если понадобится разделяться с новыми мутантами. Разделаться с новыми мутантами можно на меня положиться. Окей. Герой и очень вовремя. Мне это нравится. Нам нужен боец, который поможет отбиться от обезьян-мутантов и вызволять ракету. Освободите ракету. Обезьяны-мутанты? Да ну вас. Дайте мне войско, и я верну ракету. Да, начнется охота. Классно, классно придумали. Так, заберем. Перейдем. Куда-то нажать. Как будто заново играю. То чувство. Так, давай армию тебе добудем. 3 секунды, не жалко. Время точно. Так, давайте-ка. У меня прям ограничено все время. Нужно успеть до школы. Так, значит. Окей, анимация прикольная. Вскоре обезьяны могут уничтожить нашу ракету в любой момент. Бегом. Надо действовать быстрее. Смотри, у нас есть
энергия, давай телепортируем город поближе к ракете, чтобы сэкономить время. Ну зачем экономить, все-таки энергия не бесконечна. Классная анимация, хвалю разработчиков. Да, мне интересно, какая версия новая. Смотрите, вот ракета, меню, точку, тут что-то не так. Тут еще новое. Вау, мы ждали вас, обезьяны, вам пришел конец. Это ловушка, нас окружили обезьяны-мутанты. Отправляйте в бой героя, чтобы разрушить эту войну какую-то. Начитал. Так, давай отправлять ее. Бум-бум-бум-бум. Война. Там один чувак спрятался, что ли, вот не знаю, где они были. Бам! Победа! Отличная работа! А теперь отобразите что-то типа того. Блин, я, наверное, устал. Ладно, расход от. Что такое расход от? Напиши комментарий, я не в курсе. Это что такое новое? Так, в бой. Вон, конечно, нас умирает, но есть сила, отлично. Хорошо. О, зеленый мутант. Это не гиганты, это очень хорошо. Обезьяны мутанты здесь. Я телепортируюсь на безопасное место. У вас совершенно энергии нету. Ну ладно, хай будет так вот. Мы чуть не погибли. К счастью, у нас была энергия. А, блин. Энергия у вас была. Для телепорта я забыл, у вас половина энергии была. Теперь мы в безопасности. Отлично. Не забывайте, что нужно выполнить задание и развивать свой город, чтобы награждать, наращивать силу. Мы к... оглянемся, не успеем. Как вернем ракету. Да, мы ее вернем, я обещаю, друзья. Подписывайтесь на канал, лайк, я верну ракету. Вместе с вами. На стриме. Ну, если, конечно, будет больше народа, больше зрителей, больше игровых контента. Всем пока!